Юрий Юрьевич, я, во-первых, хочу сказать, что я пытаюсь причислить себя большевикам, марксистам, поэтому из опыта вот нашей партии я и хочу вам задать вопрос. Значит, в начале 19 века Владимир Ильич Ленин говорил о том, что дайте в массы 2-3 правильных лозунга, и они пойдут за вами. Можете ли вы сейчас, так сказать, вот сформулировать такие, по крайней мере, такие 2-3 лозунга? Понял, спасибо. Значит, лозунг вы просили. Одного лозунга достаточно будет? Давайте один лозунг произнесу. Значит, вот люди, пожившие в СССР, имеющие возможность обозреть период до СССР, СССР, крушение СССР, с вопросом о том, почему же все-таки СССР рухнул, и нынешний период, должны понять, что паразитизм, он может рядиться в самые разные одежды. Он может держаться за собственность, а может, оказывается, существовать и без собственности, но держать за власть. Бюрократический паразитизм – это то, что мы тоже хорошо с вами знаем. Почему в 88-89 году была такая массовая ненависть к партноменклатуре? Это же был факт, почему за Ельцина голосовали. Так вот, поэтому лозунг, касающийся каких-то частностей, частных проявлений паразитизма, я бы заменил на лозунг более общий. Очистим страну от паразитизма и вздохнем свободу, начнем развиваться. Наша задача из всех звеньев экономической, социальной, политической системы извлечь, вырвать с корнем паразитические звенья. И тогда мы сможем нормально развиваться.